Who did this to you? Кто это сделал? Death Riders. Всадники смерти. Kill me. Убей меня. Please. Пожалуйста, kill me. Убей меня. Please. Сделай это. Kill me. Убей меня. Kill me. Производство PM Entertainment Group. Вперед! В главной роли Джо Лара. Стальная граница. В фильме также снимались Бо Свенсон, Стейси Фостер, Джеймс Виктор, Билли Салливан, Брайан Хокеба, Джим Коди Вильямс, и Брайан Джеймс в роли генерала Квантрелла. Вот они едут. Встречайте. Композитор Джон Гонсалес. Художник Крис Энтони Миллер. Монтаж Крис Уорленд. Главный оператор Ричард Пеппин. Продюсеры Джозеф Мерфи и Ричард Пеппин. Автор сценария Джейкобсон Харт. Добро пожаловать в город Новая Надежда. Режиссеры Пол Волк и Джейкобсон Харт. Yeah!
Отключаю. Брей. Пошли отсюда, к чертовой матери. Ты видел Лука? Люк! О, я сейчас ее поймаю. Нет, мне нужна такая задница. Пустынная мразь, возвращайтесь в ту пещеру, откуда пришли. Вон отсюда, Контрол. Вы уверены? Не очень похоже на добрых соседей. Шериф, кто убил шерифа? Брей, брей. Ты куда это, сыночек, а? А ну, оружие в кобуру, быстро! Ты куда? По поводу пошел? А ну, да я просто разговариваю с ним. Мама! Спокойно, спокойно. А, так это ты, красотка. Да, скажи ей, скажи все, что мы о ней думаем. Ну что ж, приятная встреча. Приятная встреча. Давай, давай, двигайся.
Еще одна победа всадников смерти. Город твой, отец. Но JW? Новая победа для всадников смерти. Всадники смерти. Мне никогда не нравилось это название. Почему? Потому что у нас такая игра. Смерть нам не с руки. К черту.
Это мэр. Он тебя примет. И чего же вы хотели, господин мэр? Как доблестно с вашей стороны охранять свой город до последнего. Можете молиться, вы все равно умрете. А я тебе не подойду? Отдайте мне сына, отдайте сына. К черту. Готов? Целься! Нет! Не надо! Что вы делаете? Я не хочу умирать. А ну возвращайся к своим. Пожалуйста, не надо это делать, сэр. Мы можем что-нибудь обсудить. Мы можем достичь соглашения. Хватит. Добро пожаловать в объединенный режим. Кто-нибудь еще хочет присоединиться к объединенному режиму? Единственный цивилизованный порядок в этой выжженной богом пустыне. Очень хорошо. Огонь! О чем мы говорили? Ах, да. О соглашении. Да, соглашение. Заткнитесь там все. У нас здесь переговоры. Поприветствуйте все генерала Квантрелла, главу объединенного режима. С настоящего момента вы находитесь под юрисдикцией объединенного режима. Я ваш правитель. Вся ваша дальнейшая жизнь будет протекать под неусыпным надзором нашего режима. Сейчас ваш город становится военной базой и останется такой навсегда. И еще одно. Вы больше не будете мэром. Вон отсюда. Ладно, расходитесь, идите по своим постелям, идите домой, завтра много работы, спите сладко. Быстрее, быстрее. Сегодня я ухожу. Это будет очень важная наша база. Мы не должны ее потерять. Генерал, вы еще не решили, кого оставите вместо себя? Решил. Генерал Экен, я решил, что вы будете моим заместителем. Таким образом, вы будете выполнять мои приказы. Спасибо, отец. Правь империю, сынок. Таковы правила посвящения в мужчины. Where are you?
Ты куда-то убегаешь. Ты не убежишь, мы двигаемся со скоростью 40 миль в час. Двигайся быстро. Привет. Привет. Я думал, здесь даже черти не живут. Да. Мы ищем кое-каких беглецов. Видел? Все беглецы от чего-то. А ты? Ты от чего бежишь? Do I need to? Что мне нужно А, я тебя поймал, я тебя вижу. Ну что, тоже у нас будешь? Хорошая добыча, я тебя вижу. Куда это мы едем, а? Быстрее, мразь, быстрее, работайте. Быстрее. Быстрее, девчонка. Черт возьми, ты сейчас упадешь. Не притворяйся. Если будете орать, никто работать все равно не будет. Может быть, вам поработать? Ах, так ты решила меня поучить уму-разуму, да? Знаешь что, я думаю, с такой подушкой, как ты, любому мужику будет очень сладко спать. Ну что, может быть, подергаем за веревочку, а? Ну ничего, мы с тобой потом поговорим. Быстрее, двигайся.
Быстрее, суки, за работу. Я хочу, чтобы все цистерны были полны к концу этой недели. Мы не можем их обеспечить. Мне плевать. Если мы убьем всех, кто остался, мы все равно не получим полные баки. Самое главное тебе не убивать. Ты просто хочешь, чтобы твой отец по-прежнему любил тебя. Ну что ж. Я привез четверых. Четверых, и это все? По меньшей мере бежало 20. Добро пожаловать домой, сволочи. Я думаю, у нас там проблемы, сэр, появились. Какие проблемы? Вот этот человек убил Зика. Вот как? Интересно. А кого он еще убил? Еще двоих. Значит, он убил троих. Как? Понятно. Тебе покрышки не нужны. Кто же ты? Ты ничего особенного. А что ж ты делаешь на этой пустоши? Так, путешествовал, пока твои обезьяны не появились и не начали за мной гнаться. От чего ты бежишь? От всего? Для того, чтобы в одиночку путешествовать по пустоши, ты должен быть уверен в себе. Спокойнее, Экет. Так от чего же все-таки? Ну, с моей стороны, можно... самонадеянно утверждать, что я могу убить любого из твоих шестерых, пока они выдернут свое оружие. Но, наверное, я не настолько глуп, поэтому я могу сказать, что это так. Можешь меня убить, и тогда ты не увидишь, так это или не так. Похоже, ты не умеешь разговаривать с уважением. Интересно, кто же ты? Ну, давай проверим. Если ты кого-нибудь здесь убьешь, ты сам погибнешь. Я бы не стал на меня настаивать... пистолетом. Я бы тоже подумал об этом. Уходим. Давайте этот спор решим на улице. Твой отец сделал бы именно так. Развяжите его. Пусть возьмет в руки оружие. Это сын Джей Дабл-Ю Квантрелла. Ты похватался его убить. Подожди. Рано. Ты хочешь, чтобы я сказал, когда?
А теперь я спрошу тебя еще раз. Глуп я или, может быть, все-таки профессионален? Стреляйте в него. Перестаньте. Не стрелять. Я сказал, стрелять. Не стрелять. Я хочу, чтобы его казнили. Я бы не стал убивать человека с таким умением так быстро. Он меня унизил перед моими людьми. Я хочу, чтобы его убили, а я не хочу. Простите, джентльмены. Похоже, у вас не те идеи в моем отношении. Какая-то неприятность? Нет, по-моему, это ты ищешь неприятностей. По-моему, я уже нашел того, чего ищу. Хочешь быть в нашей шайке? Будем. Это еще не конец для тебя. Черт возьми, еще один ему навешай. Внимание, внимание. Все, кто находится у первого корпуса, соберитесь. Я бы хотел, чтобы у меня было ружье, когда бы им пришел конец. Ты видела его? Нет, не видела. Надо было его увидеть, мама. Он классный. Настоящий ковбой. Ладно, может быть, теперь он пьет бутылку коньяка с остальными убийцами. Может быть, он такой же, как они. Но ты думаешь, он зря его не убил? Этот пистолет в воздухе так и кувыркался. Возблагодарим Бога за то, что мы все еще живы. И с милостью Божьей мы переживем этот кошмар. Из-за того, что убили почти всех мужчин, это не значит, что надо постарагаться убийством. Ты понимаешь? Дедушка, ты видел этого человека с ружьем? Конечно, видел. Черт возьми, он хорошо стреляет, очень метко. Папа. Ой, прости. Люк? Люкас. Тук-тук. Спокойнее, дед. Может быть, ему лучше прогуляться? Я тебе принес цветы. Помнишь, что я тебе обещал? Что я обязательно приду с тобой поговорить. Ты будешь для меня хорошей подружкой. Ну как, может быть, улыбнешься? Может быть, тебе заплатить $10? 10? 10 баксов. Так вот, послушай, я пытаюсь впечатлить твою девчонку. Оставь ее в покое. Ах, как? Ну что ж, похоже, у тебя хорошая идея на мой счет. Двигай задницей, двигай задницей, двигай задницей. Сегодня. Сегодня. Не волнуйся, ничего не произойдет, все будет хорошо. Сначала леди. Счастливо.
Ну, ребята, готовы. Это Чарли Беттерс. Крутой мужик. Да? Он и Морган, но они были в регулярной армии, когда взорвалась бомба. Большинство из них были настоящими убийцами. Может быть, за исключением самых молодых. Это Гринстрит, это Дикон, это Ролл Гриффин. А тебя-то как зовут? Можете называть меня Юма. Здравствуй, Юма. Солдат? Так точно, генерал. Ну, видишь, в нем остался еще боевой дух. А ну-ка, слезь с меня, сука, слезь с меня, сука. Счастливо тебе, Юма. Я думаю, она вообще не придет. Я давно ее жду. Я же говорю вам, все чисто, никого нет, они все в баре. Это единственный наш выход. Нет уж, мы и так не подняли ни пальца против них, они все еще используют нас как быдло, как рабочую силу. Все, что нам нужно сделать, заключено в этой мудрости. Священник, перестаньте вы со своей религией, она нам не поможет в этот час. Совсем неплохо, совсем неплохо. Совсем неплохо. Тоже мне в покер играет, а? Что это за рожа? Полная колода. Ладно, у меня тоже сброс. Какой сброс? Вы видите, я выигрываю. Ни хрена. А, мальчонка, покажи нам, что ты умеешь. Действительно, настоящий флаш. Может быть, может быть. А ну-ка, иди сюда. Черт возьми, опять флаш. Полный флаш. Кто бы мог подумать, а? Он умеет играть. Давай денежки сюда. Какой неприятный поворот судьбы, когда я с утра не замкнул глаз, а потом какой-то новичок начинает меня обыгрывать. Может быть, у вас что-то происходит? Друг с другом, а? А ты на что таращишься, сука? Убери свою задницу отсюда. Может быть, поиграем наедине, вдвоем? Все, либо ничего. Все, либо ничего, прекрасная пари. А она? Она? Нет. Она. Ах, она. Ну что ж, я не против. Похоже, у него за плечом ангел стоит, а за другим плечом дьявол. Смотрите, смотрите, потянули. И что мы здесь имеем? Ну-ка, посмотри, что у меня есть. А теперь попробуй побить. Этот сукин сын, он мухлюет, как подонок. Перестань. Приятно было с вами поиграть, ребята. А теперь я заберу свой гран-при и уйду. А я говорю, что ты мухлюешь. И никуда ты мою шлюху не возьмешь. Молодец. Увидимся в следующий раз, мистер Юма. Чё ржёте? Ну так что, ты прямо сейчас отправишься со мной? Нет, я слишком устал, иди домой. Почему? Я сказал, уйди с глаз моих.
пока не получила. Черт возьми, тише говорите, нас могут услышать. Все в порядке? Как ты бежала? С Божьей помощью. Что я пропустила? Все в порядке, Сара, ничего. У нас спор только в одном. Либо драться, либо стать их рабами. У нас есть оружие. Но они на нас могут давить, они уже давят. Мы должны собраться с силами. Они убили многих, но не убили меня. Я знаю, что только драка — это ответ. Я не знаю, кто будет драться со мной, но я не остановлюсь до самой смерти. Мы должны сделать это вместе. Сара, о чем ты говоришь? Ты думаешь, Бог поможет нам? Сестра, у тебя нет веры, а у тебя даже яйца не работают. Ладно, перестаньте. На все воля Божья. Священник, я всегда говорила, что я верю в Господа. Но когда Он нас оставил, я поняла, мы против них, и больше никто нам не поможет. Да почему вы не можете нас оставить в покое? К чертовой матери. Ну что же, теперь поиграем в карты. Ты знаешь, говорят, что наверху еще остались астронавты. Они все еще летают там, после всего, что произошло с Землей. Я думаю, они будут летать там вечно. Может быть, это легенда, может быть, нет. Я тоже когда-то хотел стать астронавтом, но вместо этого стал военным. И там познакомился с этим Контролом? Да. Мы работали на океанском крейсере, потом подорвались на торпеде, оказались вместе под водой, помогли друг другу. Прошло время, мы добрались до берега. Тогда JW нашел подпольную военную базу, где мы пересидели определенное время. Потом произошла ротация кадров. Я ушел из армии. Тогда мы еще не были всадниками смерти. Мы были уцелевшими. И когда сюда вернется Квантрелл, как ты думаешь? Может быть, через пару недель? Он где-то там строит свою империю. А ты откуда? Почему ты здесь? Сэр! 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 Some people spotted outside of town. Там люди, недалеко от города. And they're not ours, sir. And where are the Это others? Не наши. They're drunk, sir. Где все остальные? Они пьяны. I better check this out. Придется мне проверить. I'll be there. Я тоже пойду.
Эй, слушайте все, кто еще может стоять на ногах, быстро за мной. У нас работки подвалило. Черт возьми, нам нужно на что-то решиться. Вам надо уходить отсюда. Быстро. Пошли. Скорее. Встать, быстро встать. Там убили кое-кого из наших, рядом с этим сараем. Черт возьми, проверяйте. А кто убил-то? Эй, здесь никого нет. Черт возьми, здесь никого и не было. Поищите на улице. Надо вернуться в сарай. Черт возьми, это засада. Не стреляйте. Что вы делаете? Яму Перестаньте стрелять! Перестаньте! Посмотрите, кто это? По-моему, кто-то бежал. Черт возьми, прямо там. Тише. Хватит. Да что происходит? Господи. Эй, Джонни, а я знаю твой секрет. Я знаю твой секрет. Шесть вверх, шесть вниз. Бах, бах, шесть на шесть. Я знаю твой секрет. Подожди. Да. Хорошо. Хорошо. Поговорим позже. Woo!
Доброе утро, ребята. Ну что сегодня нарыли? Черт возьми, со вчерашнего дня очень мало. Никаких складов не было найдено. А почему ты мне-то подвернулся? Потому что я подумал, что, может быть, я могу использовать твои запасы. Ни хрена. Почему бы тебе не взять всех своих и убраться отсюда по-добру, по-здорову? Хорошее предложение. Я так и думал, что ты мне его предложишь. Доброе утро, красотка. Меня помнишь? Заходи, заходи. Тут у тебя самое место. Иди, иди сюда. Ты что, ты из нее, да? Ты из нее. Ну смотри, смотри, если хочешь. Смотри, если хочешь, смотри. Посмотри, как страхается твоя мамаша. Хочешь смотреть? Смотри, смотри. Люк. Эй, цыпленок. Цыпленок, хватит. Хватит притворяться. Ах ты дерьмо маленькое. Доброе утро. Ёма, не лезь не свое дело. А ты что, думал, что можешь своей лапой распускать мою бабу? Пошел так к черту, Ёма. Ты, конечно, хороший парень, но тебе здесь не место. Знаешь что, ты начинаешь мне надоедать. Если бы я хотел, чтобы он был мертвым, я бы его убил сам. Что с ними произошло? Я нашел их пару часов назад. Да я их видел в это время, они были живы и здоровы. Черт возьми, надо найти этих людей, которые прошлой ночью бежали. Правильно. Облаву прямо сейчас устроим. Почему? Почему? Кто-то убил их в спину. Не может быть, здесь нет таких метких стрелков. Мы здесь уже неделю. И уже потеряли 12 человек. Мистер Рэкет, я думал, вы найдете, кто убил этих людей. Я думаю, что я найду всех, кто на это способен. Но здесь мало людей такого класса. Черт возьми, здесь кто-то из чужаков. Это ты? Нет, это тот, кого мы нашли 2 дня назад. Надо его убить. К черту. Он один из нас. Надо его за яйца подвесить на дерево. Он не дастся. Looking for you, mister. Я искал вас, мистер. I found Charlie Backus. Вы нам помогли сегодня? Are you gonna run? Теперь будете бежать? Ain't no profit in that, son.
В этом нет никакой прибыли. А почему вы передумали? Потому что в том тоже прибыли не было. А теперь беги, тебя ищут. Неважно, друг он или враг, он все равно не всадник смерти, у него другой дух. Все равно он один из нас. Ну вот, кто черта помянет? Эй! Ищите беду на свои головы? Она придет. Вот она беда. Вон она. Юма, ты знаешь, как погибли эти люди? Конечно, знает. Правильно, мистер Юма? Или ты думаешь, что ты круче всех? На этот раз мы будем стрелять без приглашения. Вот она. Ну, ребята, теперь мы ему отомстим за все. Давайте. У вас что, яйца отсохли? Пошли. Иди. А теперь уберите здесь все. Беги.
Где все остальные? Мертвы. Каждый из них. Как он в одиночку мог с нами справиться? Тебя оставили заместителем. Черт возьми, что ты не мог справиться с ситуацией? Так где я был? А где ты был, господин командир? Ты где был в это время? Я старше тебя по званию. Ты должен меня уважать. К черту, ты маленькое дерьмо, понял? Ты куда идешь? Объединенный режим — это новый путь для всей планеты, мистер Юма. Ты умрешь. Почему ты его отпустил? Почему ты его отпустил? Он найдет Квантрелла, и они все вернутся. Мы все погибнем. У нас нет выбора. Мы должны ему доверять. Теперь мы будем сами защищать себя. Вы что, с ума все посходили? Бог вернется, и он принесет с собой орудие отмщения. Мы не сделаем ничего, чтобы быть у него в немилости. Я говорю вам, конец света был. Мы единственные, кто остались. Да. Я не знаю, священник где-то был раньше, но конец света уже произошел. Бог забыл о нас. И теперь ты хочешь, чтобы люди разучились стоять на собственных ногах? Сукин сын. Это стервятники. Дважды. Он стрелял дважды. Отойди от него, не надоедай. Он все равно без сознания. Но он так стреляет. Я никогда не видел, чтобы человек так стрелял.
Положи на место. Я отстирала кровь от твоей одежды. Она сушится. Ты здесь пока полежи. Ты очень слаб. Тебе много пришлось пережить. Великолепное клеймо. Если ты снимешь бинты, у тебя опять пойдет кровь. Ты мне помогла? Я могу сам себе помочь. Тебе нужна помощь другого человека. Пожалуйста. Хорошо. Где отец мальчика? Dead. Умер. Disease. Болезнь. Он был прародителем нашего города. Он защищал его от мятежников. И теперь он превратился в природные ресурсы. Можно сказать так. Кто пригласил тебя в этот город, мистер Юма? Никто. Я гость без приглашения. Этот город должен был погибнуть, как только здесь появился Куатрелл. Больно. Сукин сын, короткое замыкание. Ты в порядке? Вот ваша одежда, мистер. Куда вы идете? Куда вы нас гоните? Зачем вы уходите? Вы туда хотите? Вы думаете, там что-нибудь есть? Там ничего нет. Там пусто. Мой муж отстроил этот город из кучи песка и щебня. Вы должны поверить. Священник, куда вы ведете своих людей? Я не могу противиться промыслу Божьему. Ты ведешь их под тень смерти. Они погибнут. Ты ведешь себя не как священник, как трус. Что мне теперь делать? Где теперь твоя вера? Отстань от них, пусть уходят. Трусы, черт бы их побрал. Все вы трусы.
Что ты имеешь в виду, один человек? Как мог один человек это сделать? Я сам задавал себе этот вопрос. Хочешь сам убедиться? Оливер Норт был одним человеком тоже. Так что ты хочешь мне сказать? Я хочу сказать, что времена меняются. Ты не можешь использовать больше мир как детскую площадку. Перестань, Рой. Что ты говоришь? Мы видели, как до чего дошел мир. Мы видели, как солнце затмилось. Мы видели эту ужасную вспышку. Мы видели, как умирает земля. Но из пепла мы поднялись к победе. И теперь мы должны отстроить новое общество. Я хотел это сделать. Но теперь уже нельзя полагаться только на речи. Это не речь, это правда. Мы должны это сделать. Должен быть один закон и единый порядок. И никакой дурацкой вещи, такой как город на покрышках. Я хочу, чтобы ты был здесь, пока я тебя не забрала. И никуда не уходи из этого тоннеля, понял? Ты понимаешь меня? Ты меня понимаешь?
Condolences, J.W. Мои соболезнования, J.W. But if it's all the same to you, если тебе не все равно, то я могу возглавить экспедицию. You may call it. I write the passage. Можешь назвать ее «Правила посвящения». Никто, никто. Они здесь. Разбиться. Найти их. Кончим с ними. Он там, наверху, за ним. Мама? А ну отойди. Осторожнее там.
Перестань здесь дурачиться. Не подходи ко мне близко. Чтоб тебя не видели. Вперед, вперед, поезжай! Поближе к нему! Ты куда? Thank you.
Вот твой мотоцикл, парень. Классный мотоцикл. Едешь как по маслу. Настоящий американский горячий мотоцикл. Классный. И шлем классный. Нет, классный мотоцикл. А сколько сейчас такие стоят, интересно? Очень классный мотоцикл. Я бы себе такой приобрел. Когда он сделан-то? В 60-х? Классный мотоцикл, классный. Мистер? Мистер. Who are you? Кто вы? Эй, увидимся. Да, Джонни? Пока, увидимся. Поймать живым или мертвым. J.W. Quantrill.